Всем привет, друзья, с вами Дастер. Да, я наконец-то вернулся и могу вновь записывать видео. Ну а пока меня не было, вышло очень много интересной инфы. Даже успел выйти трейлер Bandits Dark Revival. Но сейчас не об этом. Это просто такой краткий выпуск новостей, ну и в общем давайте начнем. Фил Морг, то есть разработчик FNAF Plus, выложил в своем твиттере тизер, на котором просто поздравляет нас с Хэллоуином. Ну и если осветлить картинку, можно будет увидеть рожу Фредди. Ну и это нам в принципе-то ничего не дает. И я был на самом деле очень разочарован, как и многие. То есть это просто тизер с поздравлением, в который он по приколу впихнул Фредди. И все. В последнее время многие начали его критиковать за то, что он не делает игру и ничего интересного не выкладывает. Да я в принципе согласен. Какого фига на Хэллоуин именно этот? Он выложил просто тизер с поздравлением. Да, приятно, но это все серьезно? По сравнению с прошлыми анонсами на Хэллоуин, конечно. Ну, в общем, ладно. Надеюсь, мы наконец-то дождемся ремейка первого ФНАФа. Также из интересного, разработчик The Job Creation, то есть Nixon, выложил обновленную модельку Ignited Freddy из Ignited Collection. Но кто не знает, Ignited Collection — это типа такая ремейкнутая версия The Job Creation, которая сейчас находится в разработке. И я не удивлюсь, если она окажется лучше, чем FNAF Plus. Обидно только, что никакой хэллоуинской DLC к 9-му ФНАФу мы так и не увидели. А ведь если вспомнить Хэллоуин 2015, то тогда вообще было офигенно. Ведь тогда выходило DLC ко FNAF 4-му. А также много других интересных новостей. А сейчас мы от Стилул даже никакого тизера-то нового и не увидели. Ну, в общем, на этом, по сути-то, новости о ФНАФе закончились. И всем спасибо за просмотр, друзья. С вами был Дастер. Всем удачи, всем пока.